Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется 200 дней зомби-апокалипсиса. Я думаю, что многие из вас играли в первую часть, которая называлась 100 дней. Ну что ж, давайте смотреть. Нажмите на экран. Шел 2000 год. Прошло 2 года с начала зомби-апокалипсиса. Все это время я скрывался, считая, что это лучше даст мне лучшие шансы на выживание. Совсем скоро я понял, что ошибался. Пригород. После утраты своей семьи и друзей 2 года назад я блуждал по этому месту в поисках безопасного убежища. Боже! Кажется, это еще не конец. Ага, зомби пришли. День первый. Собирай золото и покупай улучшения. Вау. Так, ну графика, по-моему, стала получше. Так, зомби нападут на вас, когда баррикады будут пробиты. Понял. Быстро нажимай на экран, чтобы заполнить шкалу ярости Джеймса. Я и так кликаю со всей силы. Давай, 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 давай. Бомбим их. Но сколько их еще будет? Так, нажми на золото на земле. Где? Чтобы получить 20% золота. Где золото? Я не вижу никакого золота. Так, золото необходимо для покупки различных улучшений. Но это понятно. Пришло время улучшить Джеймса за золото. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай быстрее, 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 быстрее. Блин. Да какой же он тугой-то, а? Ну. Да ну еще чуть-чуть. Давай, 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 давай. Есть. Друзья мои, я победил. Вы победили огромного зомби и получили добычу. Откройте инвентарь, чтобы посмотреть награду. Так, подожди-ка, вот здесь у нас, да, инвентарь. Вы будете получать золото за победу над боссами и прохождение экспедиции. Награда за прохождение каждого уровня отличается. Понял. Так, подожди, помнишь, раньше у нас был, ребята, автобой? То есть мы могли не кликать? Да можно это закрыть-то, в конце концов, откликай только. Так, валим, 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 валим этих всех гаденышей. Слушай, они уже... очень серьезные, да? Идут ко мне. Тут есть где-нибудь пауза, чтобы я смог посмотреть, какие у меня есть улучшения, в конце-то концов, а? Блин, походу дела ни шиша нету. Босс, да какой там босс? Мне надо вот с этими хотя бы справиться. Они все мне прижимают и прижимают. Как улучшить? Можно мне улучшить? Так, вот. Окей. Ну вот, совсем другое дело. Фух. А то я думал, что это за дела такие. Так, еще улучшаем, да? А, недостаточно золота, они пишут. Кстати, мы можем с тобой купить Тома. Я купил, а где Том? Вот он. Вот, теперь совсем другое дело. Так, значит, Том у нас автоматически стреляет, а я должен сам кликать. 200 дней нам нужно прожить. Так, сколько у меня? 76 голды. Дай-ка я посмотрю, могу ли я... Чтобы купить Синди, мне нужно 250 золота. Попробуем накопить. Попробуем с тобой накопить. Опа. Так, не надо мне получить 3x припасов. А, недостаточно алмазов. Понял. Надо было, наверное, посмотреть все-таки, да, рекламу. Ух ты, у меня денег хватает, кстати, друзья. Хватает денег, я покупаю Синди. Где она? Ага, с арбалетом. Точнее, с луком. Так, пора нам, наверное, позвать с тобой босса. А что вот это такое? Улучшенный сенсор. Показывает таймер босса, обнаруживая его местоположение при помощи улучшенного сенсора. Действует один день. А вот это что такое? В течение 100 секунд вы будете получать в 2 раза больше золота за убитых зомби.
Так, Джеймс будет стрелять автоматически. При каждом использовании к счетчику добавляется 100 секунд. Предел времени примерно 16 минут. Нехило. Так, а что у нас тут такое? Журнал выжившего. Так, мы выживали в течение 2 дней. Выстрелов нажатием на экран 710. Убитые зомби 118. Босс 1. Так, выпущено ядерных ракет. Нифига себе. Тут еще ядерные ракеты будут. Журнал экспедиции. Мы отправились в школу. Там осталось много следов людей, которые искали там убежище в первые дни апокалипсиса. Похоже, что они подрались друг с другом из-за недоверия и жадности. Теперь здание пустует. Оно не слишком хорошо подходит для обороны. Здесь много больших залов, где сложно предугадать нападение зомби. Мы нашли чипсы и словарь. Вот так вот. Чипсы и словарь. Так, что у нас тут опять высвечивается, а? А, вот, ребята, сила в количестве. Получаем награду. Слушай, я пока могу здесь немножко расслабиться. Вроде бы мои ребята справляются. А мы с тобой немножко тут посмотрим. Смотри, у нас баррикада. Можно купить. Как это выглядит? Забор. Отлично. Так, монетки заберу пока. Кстати, помнишь, у нас в первой части была женщина, которая собирала эти монетки. Сейчас у нас тут палатка. А будет также строиться здание или нет? Мне вот интересно знать. Ремонт. Ага, постройка необходим. А пятый уровень. А я какого уровня? Непонятно. Так, это у нас музыка, все дела. Так, выйти, доход, сохранить. Ну, все как обычно. Так, у нас с тобой 226 монет. Мне нужно купить вот этого чувака, Тайлера. Он стоит 2500. Но он с арбалетом, да? Давай попробуем вызвать босса. Так, опять этот здоровый зомбарь идет на нас. Ой, да он сосунок оказался, согласись. Вы победили огромного зомби и получаем 432 голды. День третий. Так, то есть мы 3 дня уже с тобой выживаем. А здесь, кстати, сейчас недоступно. Что-то откроется со временем. Так, баррикаду можно улучшить. Я понял. Так, ну что, будем копить на Тейлера. Ох, сколько здесь. Ты посмотри, сколько здесь помощничков-то будет. Это круто. Ну, вначале нам нужно накопить все-таки на Тейлера, да? Опять босс, уже так быстро. Ну ладно, давай вызовем. Опять зомби, да, этот будет? Да, вот он. Огромный зомбарь. Мы его также легко убиваем. И получаем с тобой 701 монету. Так, 4-й день. По выживанию у нас. Так, я, видимо, получил достижение какое-то. 6 гемов в копилочку. Итого у меня 12 штук. А мы можем с тобой здесь что-то приобрести, да, ведь? За гемы. В течение 100 секунд, да, я буду получать в 2 раза больше золота за убитых зомби. Слушай, я думаю, пока на этих уровнях, на ранних, этого не стоит делать, потому что мы тут с тобой копейки зарабатываем. А уже дальше, когда здесь серьезные пойдут деньги, мы будем с тобой уже активировать эти бонусы. Так. Пока все довольно легко. Ну, ты сам понимаешь, да? Первые уровни, они всегда легкие. Дальше пойдут уже другие зомби. Там уже будет трэш полнейший. Так, ну что, вызовем босса или как? Давай вызовем босса. Нам нужно с тобой накопить. Опа, опа. Смотри, смотри, какой зомбарь. Отличается от первого, да? В хлам его разнесли. Ух ты, а это что такое? Я получил какую-то батарейку. Вот она. Так, меню экспедиции открыто. А, вот у нас что. Вы можете открыть карту экспедиции в любое время. Ну ничего себе, это... Так, а как это работает? Вот у нас карта. Здесь надо что-то собирать. 60 кусочков карт. Здесь 99, здесь 80, здесь 30. У вас недостаточно данных. А могу ли я как-то кого-то отправить? Вот у нас школа, я так понимаю, где мы находимся в данный момент. Так ведь? Получается так. И все равно я пока никуда не могу выйти.
Так, видимо, нам нужно с тобой что-то копить, что-то собирать. Так, давай возьмем с тобой алмазики. Так, батарея. Нажмите на кнопку батареи, чтобы восстановить энергию до 100%. Энергию. Так, подожди, тут уже зомби ко мне подходят. Мы не справляемся, да? А знаешь, почему не справляемся? Потому что у меня бойцы не прокачанные. Но мы купим деньги на кого? На арбалетчика. Так, не будем мы пока тут никого вызывать. Я еще получил достижение. Мастер-пулеметчик. 5000 нажатий на экран я уже сделал, прикинь. Офигеть, 5000 нажатий. Так, бомбим. Слушай, сколько там стоит у нас чувачок этот? Ага, мне еще нужно 500 голды заработать, чтобы его призвать. Ну что ж, давай. Вот я не понял насчет энергии. Это вот эта вот энергия, что ли? Или какая? И насчет, конечно, экспедиции. Что-то мне... Так, вы выбрали максимальное количество отрядов экспедиции. Сара начала экспедицию в этой зоне. Нифига. Так, хотите использовать алмазы, чтобы завершить экспедицию немедленно и вернуть отправленного бойца в лагерь? 45. Нет, не хочу. Пускай она шоркается. Интересно, что она будет там находить? Видишь, мы можем с тобой посылать одного из бойцов пока в данный момент. Я думаю, что дальше будет, наверное, круче. И при том, при этом она все равно у меня здесь находится. То есть я думал, что она уйдет в экспедицию, и в нашем отряде ее не будет. Но, как видишь, она тут стоит. Это хорошо. То есть я могу, получается, отправлять. Ага, лимит достигнут. Так, получить 3x припасов. Вау, нифига, друзья мои. Так, мы с вами разжились на деньги. И значит, я покупаю себе нового бойца. Тайлер. Вот, где он тут? Тюх, с арбалетом. Круто. А теперь, я думаю, нам пора немножко и прокачаться. Необходимо построить первый этаж. А для того, чтобы построить первый этаж, нам нужна 5-го уровня баррикада. Так, 4-й, 5-й. Ремонт. Так, чтобы постройку сделать, нам нужен 5-й уровень ремонта. Вот это уже будет дорого стоить. Окей. Так, ну что, вызываем босса? Ага, идет голодранец. Давай его сносить. Готов, парень. Так, а это-то что еще такое у нас? 6-й день. Нифига, тут сразу все запиликало. Так, поддержка. Братство. Активируйте электрическое ограждение, чтобы поражать током зомби, которые к нему прикасаются. Нормуль. А здесь у нас что? Угу. Забираем с тобой награды. Здесь у нас радиоприемник. Используется перед экспедицией для обнаружения опасных зон. Вау. Прикинь. Для обнаружения опасных зон. Ну что, давай, наверное, купим с тобой. А, мне не хватает, да? 1000 голды нужно, чтобы купить братство. Так, ладно. Тогда бомбим. Стреляем. Так, босс уже готов выйти. Но пока я не готов с ним встретиться. Так, 1000, да? 1000 нужно накопить. Поехали, копить. Давай, 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 расстреливаем этих шитиков. Окей. Ну, еще немножко осталось нам. Все, 1000 накопил. Давай, купить. Так, братство повышено до уровня 1. Это все хорошо, конечно, но мне нужно прокачивать моих бойцов, согласись. Так, и нам нужно с тобой Джека. А для этого нам нужно построить здание. А чтобы построить здание, нам нужно, естественно, прокачать ремонт до 5 уровня. Окей. Так, улучшить. Это Синди. Фига, улучшение на Тайлера стоит почти... Тихо, тихо, они уже подходят. Блин, где сундук, а, помощи? Ну-ка, дай-ка я кликну сюда. Фига, смотри. У нас какая-то аура.
И мы бомбим. Так, еще минута. У нас с тобой есть в запасе. Может, босса вызвать? Пока мы такие с тобой крутые, типа. Давай. Отлично. Еще один приемник получили. Седьмой день выживания. Так, еще 30 секунд у нас в запасе. Давай бомбить их. 26 гемов. То есть мы можем с тобой потратить на что захотим. Но пока не стоит, я думаю, этого делать. Блин, где сундучок? Почему сундук с неба не падает, а? Где моя помощь, а? Я требую поддержки. Слушай, а можно посмотреть про экспедиции? Как вот, например, использовать радиоприемник? Вот он. Ох, ничего себе. В случае встречи с зомби вы потеряете некоторые награды. Так, тут 5 минут еще ждать. Обалдеть, смотри, тут все, все абсолютно. Вот только вот эта вот зона. И вот это без зомби. А, вот еще какой-то гипермаркет. Угу. Мне интересно просто знать, что будет, когда наш боец вернется с этой вылазки. Что будет? Что он мне принесет? Какая награда? Слушай, ну тут, да, тут намного интереснее стало, чем первая часть, да? В первой части мы с тобой просто отстреливались, а тут какие-то уже экспедиции добавили. Прикольно. Так, у меня... Вот, спасибо, спасибо большое. Так, давай потратим. 7500 голды у нас с тобой есть. И я пошел, наверное... Так, или прокачкой нам заняться. Нет, давай, наверное, так и вот так сделаем. Нам нужен пятый уровень, да? А у нас только третий. Тогда я чуть-чуть прокачаюсь. Чуть-чуть буквально. Вот так вот. Слушай, отлично. В первой части, я помню, была барышня, которая удваивала количество выпадаемого золота из зомби. Помнишь, да? Точнее, даже она не удваивала. Она как бы сама вырабатывала деньги. Помнишь, да, такая была? На первом этаже там бегала. Так, босса вызвать, может быть, а? Или не стоит пока? Не, наверное, стоит. Вот он, халабуда. Идет. Он такой же ватный. Все, мы его разобрали. Так, и мы получаем с тобой 2280 голды. Восьмой день. Слушай, а что-нибудь в журнале есть у нас? Так, подожди, где у нас там? Так, это золото. А где мы с тобой читали? Помнишь, журнал такой был? И сейчас я его почему-то не могу найти. Может быть, это здесь? Нет. Кстати, мне надо себя улучшить, ё-моё. Всех улучшил, кроме себя. Так, 2 минуты, ребята. Ну, 3 минуты еще осталось, и мой боец вернется обратно на базу. Ладно, мы пока с тобой будем отбиваться. О, совсем другое дело. Смотри, сколько я урона наношу. Босс хочет прийти, да? Так, через 38 секунд братство у нас откатится. А что вот это вот такое? Что это за полоска такая? Интересная, а? Блин, как же я хочу получить пятый уровень, чтобы построить уже первый уровень здания. Джек, потом Виолет, Саманта, Тодд, Джонни, Чарльз, Роберт, Ким, Гарольд, Тимми, Саймон, Шон, Иван, Дорис, Джеймс, Рэй. Рэй, тут даже я есть, ребята. Сьюзи, Томми и Доминик. Офигеть. Тут даже буду я, оказывается. Ты прикинь, в этой игре даже меня включили. Вот так вот. Ну что, пока справляемся. У нас с тобой появились опять финансы. Через 1,5 минуты придет ко мне дамочка. А мы с тобой прокачаем. Давай Томми прокачаем. И все, что ли? На один разик только хватило нам. Гемы я, наверное, не буду пока тратить. Как я уже говорил, пригодятся нам потом они.
На первых уровнях, как всегда, лучше не тратить. Нужен горьким опытом, как говорится, да? Прописано. Пока тут все хорошо идет. Мы можем с тобой, конечно, перейти уже на следующий день. Давай, наверное, так и сделаем. Опа, смотри, какой зомби. Пси. Вата. Получили приемник и переходим с тобой на 9-й день. 45 секунд остается. И дамочка вернется. Мы, наверное, с тобой еще одну экспедицию сразу замутим, да? Выберем с тобой какую-нибудь зону там и отправим. Что-то давно посылочки нам не сбрасывали, ты заметил? Ребят, вы пишите в комментариях, как вам эта игра. Нормуль, не нормуль? Стоит играть, не стоит? Мне так вроде бы как нормально пока. Так, что, 2000 почти уже накопили с тобой, да? Почти 2000. Так, все, 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Боец вернулся из экспедиции. Так, нажмите на вернувшегося друга. И... Опа! Зона была наполнена зомби, поэтому вы получили лишь небольшую награду. Ну, 263 голды тоже неплохо, согласись. Так, мы с тобой... А что тут? А, ну мы деньги получили, да? Теперь я могу еще разочек отправить в экспедицию. Давай проверим. Так, как она у нас там делается? Ага, вот здесь вот, да? На приемник, наверное. Хотя мы можем даже вот сюда вот отправить, по-моему, да? Или нет? Так, во-первых, нужно выбрать, кто пойдет, да? И пойдет у меня, наверное... Да, друзья мои, уже два здания у нас с тобой. То есть вначале была только школа, а теперь вот этот вот маркет, гипермаркет. И ждать его 13 минут придется. Ну ладно, ничего страшного. Как вот только, интересно, повысить количество отправляемых в экспедицию. Вот что мне интересно. Оно и должно как-то повышаться. Может быть, когда купим с тобой здание. Так, секундочку, друзья мои. А этот парнишка нас покинул. Ты видишь? Он нас покинул, то есть он ушел в экспедицию. Ё-моё. Ладно. Так, ну что, прокачиваем с собой. Есть 50 тысяч постройку. Чтобы сделать. Господи, это же очень много, долго. Так, давай вызывать босса. О-о-о, идет, идет ханыга. Ватная чушка. Ага. 3500 голды получаем. И 10-й день у нас с тобой. Достижение, да? А, вот же журнал выжившего. Давай почитаем. Что у нас там? Так, это мы уже... Подожди-ка. Вот это мы не читали. День 4. Прошло уже 2 года с того самого дня. У меня ужасно болит голова с самого утра. У меня были кошмарные видения первого дня. Я болел, но не могу найти покой. Уснул в неподходящий момент. А, уснув в неподходящий момент, рискуешь никогда не проснуться. В такие времена нужно всегда быть начеку. Эти существа, которые стали называть зомби, положили конец спокойной жизни и забрали у нас дорогих людей. Я наткнулся на заброшенный дом. Помимо следов мародеров, которые вломились сюда до меня, я нашел прежних владельцев дома. В их спальне. Похоже, они не вынесли жизни в новом мире. Зомби очень чувствительны к звукам и полагается скорее на слух, чем на зрение. Они реагируют быстрее, когда звук громче. И я решил взять это на вооружение. Мы отправились в школу, там осталось много следов людей, которые искали там убежище в первые дни апокалипсиса. Так, а это мы читали с тобой. Я нашел магазин, где раньше продавались предметы общего назначения. Его уже обыскали, но нам удалось найти немного припасов на полу. Нужно будет вернуться сюда в другой раз. Здесь можно найти обувь и похожие предметы. Ага, вот мы с тобой в магазин-то и отправились как раз. Окей. Так, что мы можем с тобой здесь забрать? Еще 6 гемов. Забрали. Так, друзья мои, у нас 6000 всего лишь голды. Может быть, нам прокачаться маленько?
Так, Синди. А тут нету ускорения, да? Ребят, нельзя ускорить битву, по ходу дела. Понял. Слушай, они нас притесняют маленько. Их нужно отстреливать. Ну-ка. Повышает атаку друзей. Босс, вызываем. А, идет, идет, идет. Да ну, ватник. 4000 голды. И у нас с тобой 11-й день. Так, опять достижение. Опа. Джеймс должен совершить 1000 критических попаданий. Найти добычу 4 раза. Повысить уровень Тома до 10. Ага. Достигните 20-го дня. Победите 5 боссов-зомби. Соберите 2 награды из банка. Интересно. Давай, 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 давай. Жучим, жучим их. Мои ребята уже не справляются. Мне приходится подключаться к битве. А тут же, помнишь, где-то было... Вот. Джеймс будет стрелять автоматически. То есть, если я кликну... Да, он сам стреляет. Смотрите, ребят, я ничего не делаю. И будет это длиться 1,5 минуты. Неплохо, согласись. А мы можем с тобой, ну, спокойненько тут лазить, смотреть, вызвать босса, например. Ну-ка. Да-да-да-да-да. Разбираем его на изи. Ух ты. Батарейка, это понятно, а вот это что такое? Что это за радар? 12-й день. Так, давай смотреть. Сенсор. Повышает шанс получить груз с припасами на 0,5%. Вот оно как, да? То есть припасы будут вылетать. Так, давай-ка мы с тобой здесь заберем. Отлично. Так, еще минутку будет бомбить мой паренек. Так, а нам нужно с тобой 50 тысяч накопить на первый этаж. Так, необходимо 5-й уровень братства. Это воодушевление будет следующее, да, у нас? Понял. Так, Тейлор, сколько там еще? Блин, 7 минут будет еще шоркаться в экспедиции, ты прикинь? Ладно, давай. Вызываем босса. Опять, опять этот лысик идет к нам. Готов. Опачки, сенсор. И, я так понимаю, мы с тобой нашли аптечку. Так. Обеспечивает безопасность экспедиции. Ага, вот оно что. Так, а можно мне... Автоматическая стрельба закончена. Понял. Можно я почитаю журнал? Опа, еще гемы. Ой, подожди, журнал. Ой-ой-ой, что-то они тут. Ой, ребята, они идут очень быстро. А я хотел почитать журнал выжившего. Ага, почитаешь тут. Так, ладно, отложим пока это дело. Сейчас мы этих поубиваем здесь. Или заплатить за автоматическую стрельбу, а? Что скажешь? Можно за рекламу все это сделать. Слушай, а как вот это вот повысить? А, то есть... Вот, 5 геймов платишь. Вот так вот делаешь, и у тебя автоматическая стрельба. То есть сколько? В данный момент 3 минуты. 3 минуты он будет бомбить. Вот теперь я могу спокойно почитать или еще что-нибудь поделать. Так, ну давай посмотрим. Это мы читали, это мы читали. Читали, вот. Зомби унесли жизни многих из нас, одного за другим. Но я считаю, что недоверие и подозрительность между нами – это куда более серьезная проблема. Когда выжившие начали сражаться и убивать друг друга из-за мелочей, я решил остановить их и жить в одиночестве. А, не остановить, а оставить он их решил. И, короче, ушел, ребят. Ну, конечно, там прикол... Там, представляешь, что случилось? Там мародерство, убийство. Мало того, что там еще зомби, так они еще и между собой начали воевать. Да? За ресурсы, за еду. Ну, ты сам понимаешь. На тонны зомби-апокалипсис. Слушай, ну мы уже половину суммы набрали от 50 тысяч.
И знаешь, что я думаю? Я думаю, что нам, наверное, надо будет закругляться на этом, да? Если что, мы с вами увидимся уже в следующем видосике. Ну и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.